Преступления в каратах. Контрабандные золото-бриллианты обнаружили сотрудники СБУ в поезде Берлин-Одесса. Задержаны двое подозреваемых. Это проводник вагона, в котором нашли тайник с пакетом ювелирных изделий немецкого бренда, и владелец ювелирного магазина в Одессе. Второго задержали, когда он явился к проводнику за свертком. В переданном из Берлина пакете оказались 57 комплектов украшений из белого золота с бриллиантами высокого качества. По мнению экспертов, стоимость конфиската свыше 650 тысяч гривен.